Не просто шоу, а целая битва блинопеков. На Масленицу в Ялуторовске собралось больше 15 тысяч гостей. И всех интересовало, удастся ли в этот раз перевернуть гигантский блин. Вот уже 13-й год за процессом наблюдает не только наш регион, но и вся страна. Насколько успешной стала очередная попытка, знает Елена Сторожук. Яркая концертная программа и народные гуляния. Обязательные развлечения сибирской масленицы. Но ялуторовчане уже не представляют праздника без очередной попытки установить рекорд по выпеканию гигантского блина. Для фестиваля подготовлены две сковороды. Одна проверена годами, вторую сделали на местном механическом заводе. И пока участники ведут подготовку, гости праздника делают ставки. Сегодня получится испечь блин и перевернуть его? Конечно. Мы каждый год приезжаем из Тюмени. И поэтому нам очень нравится. Мы надеемся и мы думаем, что все-таки получится. Погода позволяет. Настроение. Все будет. Все получится. Думаю, что получится. И думаю, еще попробуем, который получился. Ждете? Конечно, ждем. Каждый год. Первыми к выпеканию вне конкурса приступила опытная команда во главе с тещей. И вот он, момент, которого все ждали. В этом году они поменяли рецепт теста. И вроде бы все должно пойти как по маслу. Но и 13-я попытка не без изъяна. И в этот раз перевернуть блин целиком не получилось. Но участники не унывают. Шансы еще есть. Мы довольны, но у меня впереди еще 4 блина. Сейчас будем смотреть на следующие результаты. Все блины разные, рецептура у всех разная, вкусы у всех разные. Сейчас подготовим сковороду и начинаем выпекать пряничный блин. Но горячие блины не поддавались мастерам. То и дело рвались. И пусть установить рекорд не получилось, горожане не менее счастливы от самого процесса. Действующий рекорд по выпеканию блина, самый большой блин сейчас в России, это 2 метра 17 сантиметров. В Дмитровской области, в Дмитровском районе Московской области был зафиксирован рекорд. Его испекли, перевернули, да. Потом несколько раз в разные годы тоже пытались повторить, но ничего не получалось. Впрочем, в Книгу рекордов России Ялуторовск все же попал в номинации «Самая большая сковорода», побив тем самым рекорд Тамбовской области. Елена Сторожук, Артем Суханов, «Тюменское время».